Высокопроизводительный и надежный компьютер, предназначенный для бизнес-пользователей. Для широкого спектра применений, долгий срок службы. Все компьютеры Asus серии Expert Center выполнены таким образом, чтобы их апгрейд и администрирование были максимально удобными. Благодаря высокой энергоэффективности они способствуют экономии на эксплуатационных расходах. Мы за защиту окружающей среды. Всем привет, дорогие друзья! Мы вернулись к вам с новой распаковкой. И сегодня будет на обзоре не ноутбук, как вы обычно привыкли видеть, а системный блок. Отличное решение для малого бизнеса. Ну и давайте его достанем. И я поставлю его на стол. Вот такой вот красивый, очень компактный. Ну и, естественно, я вам подробно расскажу про его особенности и характеристики, на какие цели и задачи он профориентирован. Также в комплекте к системному блоку поставляется вот такая вот клавиатура. Она простая, но для повседневного использования более чем достаточно. Мембранка Asus. И также есть вторая коробочка, в которой у нас в комплекте поставляется оптическая мышка Asus. Далее кабель питания для блока питания. И гарантийный талон и руководство пользователя. Expert Center X5 Mini Tower – это высокопроизводительный и надежный компьютер, предназначенный для бизнес-пользователей. Он отличается повышенной прочностью, подтвержденный тестами по стандарту MIL-STD-810G и наделен передовыми средствами информационной безопасности. Компьютер обладает расширяемой конфигурацией, поэтому его можно легко адаптировать под конкретные задачи. Итак, весит он 5,5 кг, но если быть точным, то 5,59. В текущей модели у нас установлен процессор AMD Ryzen 7 4000 серии, но чтобы помочь вам легко справиться со всеми рабочими задачами, компьютер Expert Center X5 Mini Tower может оснащаться новейшим процессором AMD вплоть до модели Ryzen 7 5000 серии. Также установлена оперативная память DDR4, которую можно расширить до 64 ГБ. И оснащается видеокартой до NVIDIA GeForce GTX 1650. Но, естественно, при желании, установив видеокарту более высокого профессионального класса, можно значительно повысить его графическую производительность. Для системы хранения данных используется до 2 ТБ жесткого диска, плюс 1 ТБ твердотельного накопителя. Система собрана на базе чипсета AMD B550 на материнской плате от Asus. Наши материнские платы Asus — это всегда стабильность, комплекс защитных технологий и достойная производительность. Все компьютеры Asus серии Expert Center выполнены таким образом, чтобы их апгрейд и администрирование были максимально удобными. Для эффективной работы компьютер предлагает полноценный комплект периферийных интерфейсов и слотов PCI-Express, позволяющий легко расширить аппаратную конфигурацию под текущие и будущие задачи. Материнская плата предоставляет нам один слот PCI-Express 3.0 X16, два слота PCI-Express 3.0 X1, два слота форм-фактора M2 SSD накопителей и 4 слота DDR4 UDIMM. Давайте взглянем на порты ввода и вывода для подключения различных периферийных устройств. Один порт LAN RJ45 гигабит Ethernet, один порт VGA, один DVI-D, один HDMI. Далее один порт PS на 2, 3 3,5-мм аудиоразъема, 4 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 USB 3.2 Gen 2 Type-A. А на фронтальной панели расположились один разъем под наушники и один под микрофонный вход. Далее 2 USB 2.0 Type-A, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C и 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A. Опционально может быть установлен оптический привод DVD RV. Да, вещь уже давно особо-то и не используется в обиходе, но, возможно, кому-то пригодится для использования на каком-нибудь предприятии. Компьютеры Asus коммерческой серии — это особо надежные устройства, рассчитанные на долговременное использование, чтобы снизить их общую стоимость владения. Вот почему в них применяются отборные компоненты с увеличенным сроком службы. Высококачественная элементная база, в частности, использование только твердотельных конденсаторов, является залогом того, что компьютеры Asus серии Expert Center находятся среди лидеров по такому важному параметру, как среднее время безотказной работы. Компьютер оснащается блоком питания до 500 Вт с высоким КПД, что подтверждается сертификацией 80+ Platinum. Это означает меньшие потери энергии, а также меньший нагрев и экономию на счетах за электричество в долгосрочной перспективе. Стоит отметить, компьютеры Asus серии Expert Center могут похвастаться особой прочностью, ведь они проверяются на соответствие американскому военно промышленному стандарту MIL-STD-810G, а также проходят серию внутренних тестов Asus. Они не пострадают из-за случайных ударов и прочих происшествий, которые могут случиться в процессе ежедневной эксплуатации. Устройство проходит на тест вибрации, на вибрации в упаковке, проверяют ударную устойчивость, работа при высокой и низкой температуре, тест на падение в упаковке, хранение в различных температурных режимах. В общем, множество различных тестов. А для удобного управления компьютером мы предлагаем полноценные программные решения, которые помогут сэкономить время и средства
используют при выполнении различных задач, связанных с администрированием корпоративной вычислительной инфраструктуры. Для централизированного управления компьютерной инфраструктурой компании через удобный графический веб-интерфейс предлагается программное обеспечение ASUS Control Center. Среди его возможностей имеется мониторинг работы аппаратного и программного обеспечения, выполнение задач по расписанию и удаленное администрирование. А в свою очередь, комплект эксклюзивных утилит, предназначенных для администрирования отдельных компьютеров, включает в себя средства блокировки интерфейса USB, восстановление системы и хранение конфиденциальной информации в зашифрованном разделе накопителя. Безопасность интеллектуальной собственности, коммерческой информации и аппаратных ресурсов – это важнейший фактор в работе современной компании. Именно поэтому все компьютеры ASUS серии Expert Center оборудованы полноценным набором защитных средств. Ну и, конечно же, наше гибкое сервисное обслуживание. Пакет сервисных услуг ASUS включает в себя гораздо больше, чем стандартная гарантия. Поскольку у каждого корпоративного клиента имеются свои специфические требования, допускается гибкое изменение перечня услуг, входящих в состав такого пакета. А это круглосуточная техподдержка, приложение My ASUS, которое позволяет отследить статус ремонтируемого устройства, связаться со службой поддержки и получить доступ к пользовательским руководствам. Доставка в сервис и обратно. Курьерская служба заберет неисправное устройство в сервисный центр и доставит его обратно после починки. Возможность продлить срок гарантийного обслуживания на период ожидаемого использования устройства. Защита от случайного повреждения. Такая гарантия помогает минимизировать убытки из-за повреждения устройства во время его использования. Выдача неисправного накопителя. При замене неисправного жесткого диска пользователь может оставить его у себя. Но еще хотелось бы отметить, что наши компьютеры ASUS серии Expert Center соответствуют строгим стандартам экологичности на всем протяжении своего жизненного цикла. Благодаря высокой энергоэффективности они способствуют экономии на эксплуатационных расходах. Мы за защиту окружающей среды. Итак, Expert Center X5 Mini Tower – это отличное решение для малого бизнеса, высокопроизводительный и надежный компьютер, предназначенный для бизнес-пользователей. Компьютер можно легко адаптировать под конкретные задачи. Для широкого спектра применений, долгий срок службы, информационная безопасность, централизованное управление и гибкое сервисное обслуживание. Ну а я вам говорю до свидания, как и всегда, не прощаюсь, до новых встреч. Спасибо большое за просмотр, с вами был Никита, впереди у нас много интересного и неизведанного. Пока!